наша экспериментальная модель подножек для квадроцикла BRP. Вот из такого пластика матового мы делаем. Вот так она выглядит с левой стороны. Ну и, соответственно, аналогичная подножка с правой стороны. Единственное, что вот эта защита здесь присутствует. А так, в принципе, идентичные подножки. Сейчас они проходят тест на квадроцикле, но я думаю, что в ближайшее время будут в производстве. Вот такие большие здесь дыры для слива воды, грязи, болотной чачи. Подножки пассажира, так сказать, тоже присутствуют.